каждой школе нашего города открывались первичные отделения. В каждой школе создалась группа активистов, которые будут осуществлять деятельность на территории школы. И теперь все эти школы приглашаются для того, чтобы объединиться в местное отделение. Задача этого движения – объединить всех ребят, всю молодежь и нашей республики, и нашей страны, для того, чтобы все инициативы, все проекты, все дела, которые есть в головах и мечтах, могли реализоваться, и для того, чтобы хватило и сил, и энергии, и ресурсов, и для того, чтобы мы могли друг другу помогать, ну, вот и в рамках и республики, и страны. Я состою в российском движении детей и молодежи, потому что мне это интересно. Интересно узнавать новых людей, заниматься с ними, ездить по разным городам и участвовать в различных конкурсах. Я вступаю в РДДМ, вступила в РДДМ, раньше в РДШ, потому что мне нравится дружить с людьми, общаться, и я хочу сделать наше общество лучше.